Ничего не вижу. Так, есть ли звук? Думаю, что есть, Никита. Так, добрый вечер, друзья. У нас ФБЛ Лайф по философии, психологии, теологии и истории. То есть такой комплексный гуманитарный ФБЛ Лайф. Вы можете задавать вопросы, я на них отвечаю. Поскольку были вопросы, которые задали до видео, значит, мы будем стараться делать так. Я отвечаю на один, который был задан под видео, и на один, который вы задаете. Здесь. Александр Бобер, внимание. Как впровадить по-русски, как это будет? Как внедрить в массы такие ценности, как достоинство и честь? Чем же я стараюсь? Работает. Так, у нас небольшие, да, технические неполадки. Возвращаемся к этой истории. Так, еще ваш вопрос. Ага. Александр Бобер спрашивает. Как внедрить в массы честь, достоинство и справедливость? И как, и проявляются ли в моей жизни эти ценности? Значит, честь и достоинство являются дальнейшим развитием четырех кардинальных добродетелей, которые сами являются развитием блага. Единого высшего блага, которое есть идея идей, по Платону я сейчас излагаю. И всякое развертывание этого блага, оно проецируется все дальше и дальше, нисходя через эшелоны, и в конце концов проявляется даже в отдельном поступке. Честь предполагает такую историю, и достоинство, как осознание человека ценности себя и ценности другого человека, с которым ты общаешься. Для этого, для такого осознания нужно быть человеком высокого уровня осознанности и хорошо понимать себя, ценить себя, видеть в себе человеческое и видеть человеческое личное достоинство в другом человеке. Для так называемого простого народа, для среднего человека, это вещи. Точнее, есть простой народ, есть средний человек, есть элиты. Для простого народа это малодоступное понятие. Для среднего человека это такие призраки, которые он получил с воспитанием. Если ему повезло в школе, в вузе, в семье, в спортивном кружке, в музыкальной школе или где там учился. Истинным достоинством, истинной честью обладали люди, которые, во-первых, были потомственны, то есть у них была семейная традиция, например, аристократия. Либо иногда рождаются люди высокого уровня развития, которые изначально обладают этими качествами. И они как дышат, это есть частью их натуры. Можно воспитать честь и достоинство. Для этого нужны хорошие воспитатели, либо хорошее самовоспитание. Но обычно это свойство того, что в человеке проявляется человечность, его истинная натура. Она с необходимостью обладает необходимым достоинством. Потому что человеческая натура – это... Она создана по образу и подобию Божьему. И в конце концов, честь и достоинство внутреннего человека – это честь и достоинство того образа и подобия Божьего, который в нем проявился. Но люди чести – это особый выбор. Люди достоинства – особый выбор. Накладывают определенные отпечатки на поведение, на образ мысли, на выборы, которые человек совершает. И ноша – это обычно совершенно непосильная для обычного человека.
Поэтому ждать и внедрить их в народ, ну, если получить в свои руки всеобъемлющие инструменты и лет на 25 всю систему образования и воспитания в таком тоталитарном режиме, когда твои приказы выполняются, то возможно воспитать людей с честью и достоинством. Но как только вы уйдете, рано или поздно мы все уходим, сам ход событий размоет все это происходящее. И опять люди устаканятся, усреднятся и, скажем так, начнут себя вести не вполне в соответствии с человеческим обликом. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что средний человек, средний, действительно существует. Есть совсем простой народ внизу, есть люмпины, которые еще ниже простого народа. Есть элиты, они тоже стратифицированы по слоям, но есть так называемый средний человек. Вот я, находясь в политике сейчас, очень хорошо ощущаю, что такое средний человек. Это та фигура, ради которой и коллективная, ради которой организуется политика современная. Организуются современные медиа, организуется ну, все социальное движение. Кто этот средний человек? Это человек средний, средний во всем. Он далек от вершин святости и от бездны падения, скажем так. И он, вот он при этом самое смешное, что он положительная фигура. По крайней мере, в нем положительного больше, чем отрицательного. Он ну, вот немножко любит. Он любит себя, любит свою семью, любит своих детей, любит родителей. Он даже любит интересную работу и согласен на ней работать. Он обладает некоторой долей дисциплины. Он обладает некоторым долей понимания. Он реально не хочет творить зла. Если творить, то не со зла или потому что его выявили. Он болеет за футбол, он хочет достойную зарплату, хочет развлекаться и даже готов напрячься слегка, чтобы жизнь была немного интереснее или помочь кому-то еще. И главная проблема не работа с элитами. С элитами очень просто работать на самом деле. Главное, и не с люмпинами. Люмпинам там можно жестко административно разбираться. Главная проблема понравится среднему человеку недаром, в хорошем смысле понравится, или направить его недаром несколько Нобелевских премий, две, по-моему, сейчас уже за нейромаркетинг, то есть за то, как маршрутизировать экономическое поведение покупателя, когда он выбирает, что купить. И вопрос управления массами – это вопрос управления средним человеком. И вот поверьте мне, я много видел раз, как эта тема ставится, как эта тема реализуется. И ни разу не видел, чтобы там ставился вопрос о чести и достоинстве. В средних людях по импульсу сверху или снизу, от коллективного бессознательно, просыпается острое переживание своей чести и достоинства. И люди ведут себя соответственно. Их хватает на 3-4, на 5 месяцев. Потом это все равно размывается, и человек возвращается к норме. Поэтому в ближайшее историческое время воспитание чести и достоинства в среднем человеке, ну, в народе это очень сложная история. Для этого надо поменять систему образования прежде всего. Можно это делать, нужно это делать, но это очень непросто сделать. И это усилия, которые десятилетиями будут длиться. Разовые усилия здесь невозможны. Так, вопрос из трансляции. Дмитрий Войкин. Здравствуйте, Алексей. Как вы относитесь к литературе Вадима Зеланда и его видению? Смотрите, значит, я уважаю всех людей, которые так или иначе пытаются идти, то есть теоретизировать и практицировать в сфере понимания человека и человеческого и практического применения этого понимания. Human design, различные виды психологии, сам Вадим Зеланд с его трансерфингом реальности и так далее, и так далее. Я поверхностно знакомился с Зеландом, прочитал одну его книгу. Мне достаточно близко то, что он называет. Например, то, что он называет маятниками, я называю концепциями. В чем-то наше учение похоже, мне не раз на это указывали. Но тут надо понять следующее, что у меня есть своя система. Я основное внимание уделяю ей, хотя знакомился и знакомлюсь с другими системами. Я к нему отношусь с уважением, с его последователями. И считаю, что люди должны быть с открытым умом и спокойно читать, даже если им нравится какой-то отдельный конкретный автор, например, я, спокойно читать то, что всех других авторов, сравнивать и выбирать для себя лучшее. Лучше. Так, вопросы с трансляции. Если жалость, Лев Малхазов, если жалость к другим – проекция жалости к себе, это такое мое утверждение, что жалость к другим всегда является проекцией жалости к себе, то не является ли уничижение оппонента проекцией самоуничижения? И в чем корень страсти некоторых людей, например, части моих подписчиков, самоутвердиться за счет унижения другого?
Понимаете, унижение – это один вид обесценивания. Когда кто-то кого-то хочет обесценить, это означает, что тот, кого хотят обесценить, занимает слишком большое место в жизни обесценивающего. И это попытка детского бунта против тиранического отца, против фигуры, которая архетипическая, которая заслонила перед человеком реальность и не дает ему жить и развиваться самостоятельно. Ну, отцеубийство – это очень типовой европейский сюжет. Вот Зевс убивает, вернее, Кронос убивает Урануса, отец Зевса, деда Зевса, потом сам Зевс убивает у Кроноса, пожиравшего своих детей. И буддисты тоже говорят: встретишь Будду, убей его, для того, чтобы его фигура не заслоняла перед тобой путь освобождения. Поэтому вопрос всегда фигуры, которая становится мощным фильтром и центром притяжения внимания, и символизмом является, как я стал очень для многих своих подписчиков. Я демоническая, как это, демонический символ всего зла, которое творится в офисе президента и в проклятой политике зеленых. И что должна делать фигура, вернее, должен делать человек фигуры средний, который не привык заглядывать в себя, не знает, как себя вести, не знает правил психологической гигиены. Когда он видит вот такого негодяя, который уособливает, есть такое хорошее украинское слово, то есть олицетворяет собой все, все плохое, что у него есть, несет колоссальную символическую нагрузку, он будет его развенчивать, он будет его пытаться уничижать. И эта проекция, это психологический, двойное психологическое явление. Во-первых, убрать фигуру, в которой стекаются все мысли и чувства. Во-вторых, и весь символизм. Во-вторых, и стать самостоятельным. Во-вторых, это такое, второй импульс того же желания стать самостоятельным. То есть обрести собственное достоинство и стать фигурой, равной той, которую ты пытаешься обесценить. Психологические игры. Большинство людей не обладает низкой психологической культурой, внутренней культурой жизни, и они не понимают в себе и реагируют методом спонтанного отождествления. Увидел Арестовича, вот напиши что-нибудь плохое, как у нас сейчас в чате происходит. Или кого-либо другого, клином же на мне не сошелся и так далее. Это все от низкой культуры внутренней жизни. И эту культуру нужно, скажем так, повышать. Чем я неустанно и занимаюсь. По-хорошему, детей надо этому учить с 6 до 12, но как бы мои руки до детей не дотянули в свое время, поэтому я в педагоги не пошел, такие вот школьные. Поэтому я занимаюсь взрослыми. Исправляю то, что можно исправить. Вот. Так, следующее читаем из чата. Паша Колесник спрашивает, чем христианство лучше иудаизма? Чем христианство лучше иудаизма и наоборот? Ну, для меня, Павел, это искусственная постановка вопроса. Не существует религии лучше или хуже. Это религия – это всегда судьбы конкретных людей и очень конкретная традиция. Это все равно, что поставить вопрос, а в чем Паша лучше Колесника? И наоборот. Есть свои достоинства у христианства, есть свои достоинства у иудаизма, но это часто вещь, которую нельзя так просто выбрать. Те, кто из иудаизма переходит в христианство, их отпевают как мертвых. А чтобы из христианства попасть в иудаизм, надо отречься от Христа и пройти сложную процедуру гиюра, то есть принятие еврейства, и далеко не однозначно. Эти религии находятся в сложных отношениях с друг другом. Хорошие отношения, доктринально сложные, хорошие отношения из всех христианских конфессий скорее у католицизма и иудаизма, потому что католики приняли постановление, согласно которому христианство не заместило иудаизм, а является, что иудаизм является самостоятельной веткой, и Новый Завет не отменил Старый Завет, которому с Богом, которому евреи следуют до сих пор. Вот. Мне больше нравится христианство, хотя я очень ценю иудаизм, изучал его специально, потому что, ну как все религии, я так знакомился, потому что христианство вместило в себя лучшее из Афин, то есть из античной ветки язычества и философии, и лучшее из иудаизма, как мне кажется. Но эта точка таким и выдала его в третий результат, некий результат конгломерат, некий синтез. Но эта точка зрения моя, она может оспариваться и христианами, и иудеями, и вообще любыми людьми доброй свободной воли. Вот. Поэтому Алексей Бельский. Алексей, скажите, пожалуйста, что такое картина мира, читаю с чата, и как она влияет на жизнь человека? Смотрите. Рисуем. Всегда у человека есть точка внимания, то есть он откуда-то смотрит, оно направлено. Да? Внимание – это вообще отрезок, это как электроток. Должен быть плюс, должен быть минус,
должно быть магнитное поле. Тогда возникает электроток, и электрончики побежали сюда. Ну, внимание работает точно так же. Внимание должно быть, откуда оно направлено и куда оно направлено. Вот у меня на курсах, на занятиях мы учимся управлять вниманием. Это одна из самых существенных частей обучения. В частности, я учу осознавать людей точку, откуда они смотрят и куда они смотрят. Так вот, картина мира – это то, что определяет. Вот это называется предмет, куда они смотрят. Предмет – это золотой гвоздь всех моих курсов, мы его специально изучаем. Что такое предмет, как он работает в разных сферах стратегии, там, в искусстве мыслить, в искусстве писать, в искусстве читать и так далее. А картина мира – это фильтр, который стоит непосредственно перед точкой внимания и направляет внимание совершенно определенным образом. У меня есть целый семинар по картинам мира, где мы изучаем, как они работают, эти картины мира. Технически это выглядит так. Мы рисуем ось баланс, и я прошу человека нарисовать проекцию своей картины мира. Вот у человека есть три картины. Ментальная, эмоциональная и экзистенциальная картина мира нас интересует вот это. Что такое ментальная? Ну, представьте свою комнату, в которой вы сейчас сидите. Сколько там вещей? Штук 300. Эмоциональная – это ментальная картина мира. Если все их перечислить или перефотографировать, вот вы их видите. Как бы. Эмоциональная картина мира – это то, это эмоциональное отношение к тем вещам, которые есть в вашей комнате. Ну, к скольки у вас вещам будет из 300? Эмоциональное отношение, ну, к 10-20. Старая фотография, любимый блокнот, любимая подушка, одеяло, чашка и так далее. Эмоциональная картина мира, она меньше. А экзистенциальная картина мира – это совсем другое. Это то немногое в вас или в том, что вы видите в мире. Если это убрать, то вы разваливаетесь как личность. Ее не существует больше. То есть, изъяв это, вы прекращаете быть личностью. Таких объектов или внутри, или снаружи бывает человека не больше 10. И то это очень пестрая картина мира. Обычно это 3, 4, 5 объектов. Есть, существует методика, по которой мы их проективно размещаем на этой оси. Например, получается, у человека в центре я, здесь семья, например, здесь работа, здесь там, не знаю, мечты, а здесь там семья родителей и хобби тут. А вот. Правая половина, верхняя половина отвечает за будущее и за цели развития. Нижняя отвечает за прошлое и за источники, откуда человек растет. Правая отвечает за долг, она же мужская. Левая отвечает за желание, она же женская. И мы видим, да, мы смотрим, картина мира должна быть сбалансирована по осям. И получается, что здесь смещены мечты, мы их сюда выставляем, да, движение делаем. Здесь мы спускаем вниз, а здесь балансируем. Здесь направляем сюда, тоже перебалансируем. А здесь, например, поднимаем. Тогда она становится равновесной. И вот это движение – это продолжение греческого принципа, который они открыли очень рано, античный, который называется «сущее есть должное». То есть греки очень установили рано достоинство. Не достоинство, вернее, установили закономерность, согласно которой картина мира человек должен поступать так, чтобы его картина мира была гармоничной. То есть сущее, что ты видишь, должно быть должным. Вот эти стрелки и подсказывают человеку, куда ему балансировать свою жизнь, куда развивать. Картину мира саму по себе изменить нельзя. Нельзя привнести новый элемент воли человека, либо убрать из нее. Но ее можно перебалансировать, уделяя больше или меньше внимания разным кускам. И те, кто занимался и проходил это, знают, что чудеса бывают прямо во время занятия. Когда человеку разбираешь эту картину мира, он волшебным образом преобразовывается. Просто становится другим. И вот такая штука картина мира и ее значение. Подробнее вы можете посмотреть на семинаре, для этого надо связаться с администратором нашим. И ответить, да, и там посмотреть, купить и посмотреть весь этот семинар. Так. Нестор Казак. Добрый день. Вопрос, как в вашем пятом проекте будет совмещаться свобода личности и шестой технологический уклад? Ведь ваш проект – это полная свобода личности. А шестой уклад – это полный контроль посредством технологий. Нет. Шестой уклад технологический – это только один из коридоров его возможной реализации. Это полный контроль над личностью, цифровой фашизм, так называемый, который нас пугает, когда ссылаются на Синьцзянь, на китайский эксперимент в Синьцзянском автономном округе. Это не обязательно совершенно. Как было не обязательно, что во время четвертого-пятого уклада будет реализовываться дисциплинарный проект модерна, скажем так. Так сложились обстоятельства, ничего не было предопределено, что оно пошло жестким дисциплинарным путем. И потом, пятый проект предполагает не полную свободу личности, которая невозможна, а максимальную возможную в данных условиях свободу личности. И прежде всего свободу самовыражения.
Пятый проект предполагает создание условий. Вот сейчас на Западе идет очень серьезная дискуссия, что считать главной задачей государства в 21 веке. Серьезная дискуссия, которая говорит, и интеллектуалы сходятся на том, что главной задачей государства является создание власти, создание возможностей для людей, общин и государств в целом. И пятый проект – это в высшей степени реализация этого принципа, потому что его задача – создавать возможности для отдельного человека и для сообществ людей, творческих, например, сообществ, либо профессиональных, и для государства в целом. И здесь есть определенное противоречие, потому что свобода и возможности – это они находятся в диалектическом противоречии. Это противоречие придется балансировать всякий раз индивидуально. Но для этого надо заложить в общество принципы и воспитать людей, которые понимают, что им всю жизнь придется делать выбор между получением реализации возможностей и личной свободой. Потому что нельзя взять возможности и не заплатить за это частью своей свободы, принимая на себя, например, 100-тысячный кредит для постройки чудесной башни или чудесного храма в вашем городе. Вы приобретаете соответствующую долю ответственности личную и перед обществом, которая весьма ограничивает нашу свободу. И вот в этом балансе реализация возможностей, творческого потенциала и моей свободы и будет главный вызов новой эпохи, которую я бы хотел построить, о которой я все время говорю, когда анализирую фантастические произведения, например. Это вызов новой эпохи, это главное противоречие, это вызов между свободой и ограниченными возможностями. Если вы читали Стругацких, например, есть такая замечательная повесть у них «Далекая радуга», то она начинается и красной нитью там проходит. Планету целую выделили для физических экспериментов, причем очень важно для человечества, очень перспективно. И главной проблемой там была свобода, личная свобода людей, их поведение. И, возможно, ограниченные возможности, которые они могли получить для своих исследований. И оно весьма интересно представлено. Так. Дмитрий Никонов. Алексей, знакомы ли вы с моделью развития сознания спиральная динамика? Если да, то какой цветовой категории вы бы несли украинцев в Украине и Украину, а также себя? Я вас переадресовываю Валерию Пекарю, который является, если вы бы, является специалистом, выдающимся по спиральной динамике. Он не раз говорил и описывал, как это, на каком уровне находится Украина. Пусть об этом говорят профессионалы, я знаком с поверхностью, поэтому комментировать не буду. Так, Юрий Костовский. Алексей, знакомы ли вы с учением Рахмаля Дере Хашем? Нет, это с этим не знаком. Так, следующий. Алексей Мухин. Почему большинством христианских теистов Бог априори определен как всеблагий и милосердный? Может быть, он не такой хороший парень, так сказать, со своими приколами, так же, как и люди. Взять, например, вечные муки в аду. Достаточно ли одной жизни такой короткой предопределенной обстоятельствами, которую человек не выбирал, чтобы осудить его на вечные муки? Можно ли это назвать любовью? Ведь что бы человек ни натворил в течение жизни, этот поступок не может караться столь жестоко. Про благие поступки любящего Бога из Старого Завета уже говорить много не надо. Сжечь, утопить, умертвить, заморить голодом и многие другие проявления милосердия. Потом переобулся в любящего Спасителя, который всех любит, но большинство из тех, кто его любит, отправит после суда на вечные муки. Ну, видите, Бог переобувается, я переобуваюсь. Мы в этом смысле идем параллельно одним путем. Вы изложили довольно вульгарную концепцию взгляда на христианскую теологию и мировоззрение. Ну, во-первых, Бог с Бог обладает атрибутикой определенной. Он всесильный и всевидящий. Всесильный и всевидящий Бог с необходимостью должен быть всеблагим, потому что он видит все последствия всех явлений и не будет выбирать злое. Бог не творит злое, это вытекает из его сущности по определению. А что такое сущность по определению? Вы можете посмотреть прошлый мой философский этюд, где я внятно рассказываю, что есть три подхода к реальности. Три взгляда. Реализм, концептуализм и номинализм. Я реалист, исхожу из реалистических. Для меня слова значат и определение значит. Так вот, Бог по определению не творит зло. И видя все причины всех последствий, всех поступков, всех возможных выборов, он всегда может избежать злых последствий, оставить добрые, либо злые, если использовать к своей, если их творят люди или другие разумные существа, использовать к своей пользе. Это первая часть. Он дал свободу воли существам, которые он создал, ограничил сам себя добровольно. И даже он, и по моим ощущениям, Бог ничто так не бережет, как свободу воли другого человека. Не вмешивается в нее. Поэтому теперь вечные муки в аду. Вульгарность ваших представлений заключается в том, вульгарность в смысле простонародность, не в том, что я вас обвиняю,
заключается в том, что вечные муки в аду, они не просто плохим людям или не за любое прегрешение. Вообще концепция греха очень искажена критиками христианства. Грехом считается то, что вы сознательное нарушение Божьей воли или Божьего закона, которое вы сделали добровольно. Два условия должны быть. Первое, вы должны понимать, что вы творите. Вы должны очень четко понимать, что этого делать нельзя, а вы понимаете, что это грех. И второе, добровольно его совершить. То есть, например, если вы по принуждению это делаете или под давлением обстоятельств, это уже не является грехом. Поэтому новость заключается в том, что хотя мы все грешим, согрешить не так просто. Нужно постараться, потому что по опыту наблюдения за собой, за другими людьми, совместить эти два условия, то есть чтобы человек полностью осознавал, что он сейчас грешит и сознательно это делал, не так просто на самом деле. Поэтому средний человек – это 5-6 грехов за всю жизнь, возможно, а может быть и меньше. Далеко не все из них являются смертельными, эти грехи. Вот. Поэтому даже смертельные грехи, что? Можно исправить покаянием. Поэтому концепция, она достаточно человеколюбива, я вам скажу. Что касается Бога Ветхого Завета, который якобы злой, ужасный и всех мучает, надо понимать следующую штуку, это очень важно понимать, что Бог не определяет поступки человека. Мы творим зло, и люди Ветхого Завета творили зло, получая Божьи импульсы, откровение, да, какую-то информацию от него, и интерпретируя их так, как они считают нужным. Бог не принуждает убивать там, младенцев, например, фараона, правильно? Господь ожесточает сердце фараона, сказано в Библии. А как фараон поступит с ожесточенным сердцем, это уже личное дело фараона. Поэтому очень многие дела, которые изложены в Ветхом Завете, это дела рук людских, которые неправильно интерпретировали Божью волю, что случается с нами каждый Божий день на самом деле. Те места, где явно говорится в Ветхом Завете, что это Бог уничтожил, Бог велел уничтожить, надо воспринимать как трактовки, мне кажется. Когда Бог прямо насылает потоп, ну, знаете ли, тут надо набраться скромности. Богу виднее. Возможно, ему нужно было стереть это человечество и где-то взять новое. Ну, между прочим, он Ною обещал, что больше потопов не будет, и он больше никогда не сотрет человечество, запорукой чего является радуга на небе. Символом чего? Поэтому, когда попадем на тот свет, и будет возможность на страшном суде поговорить с Господом Богом, сможете задать ему вопросы, почему ты такой злой был. А мы сейчас вынуждены исходить из того, что мы имеем дело с тем, что есть. И с таким Богом, как он есть. И не должны снимать с себя изрядную долю ответственности. Вот слушайте, у меня во вторник еще хорошая мысль родилась. У меня во вторник начинается модуль, который называется «Искусство стратегии». 7 часов. Там мы будем с вами планировать стратегии личные, образовательные, бизнес, какие угодно. Там 5 занятий будет. Это, поверьте, очень много. Научимся много чему хорошему. Так вот, по моим наблюдениям, люди, которые обвиняют Бога или начальство, или большое в том, что они плохо себя ведут, плохо планируют, резко трезвеют, умнеют. И самое главное, Бог и начальство начинают казаться им гораздо умнее и трезвее, как только они попробовали спланировать одну-две стратегии сами. Поискать ресурсы, найти исполнителей, понять, как с ними работать, поставить цель на каждый промежуточный этап. И это очень непросто. Так вот, если вы хотите побыть в роли Бога, приходите хотя бы на одно занятие. И я вам дам слово, вы спланируете, дадим вам роль Бога, и вы спланируете воспитание человечества с точки зрения Господа Бога. Просто выступите в этой роли и скажите нам, что нужно делать с людьми, чтобы они были приличными, их не делали гадости, их не надо было уничтожать. После этого я думаю, что, как в этом, у Марка Твена, в 12 лет мне отец казался полным идиотом. В 18 мне казалось, что большего дурака в жизни невозможно встретить. В 30 я обнаружил, что отец не такой уж дурак. Когда у меня появились свои дети, к 40 мне показалось, что он вообще весьма умный человек. И только к 60 я понял, что мой отец практически всегда был прав и является одним из самых умных людей на свете. Вот то же самое происходит с людьми, которые вместо того, чтобы ругать Бога снизу или начальство, пытаются сами один раз поставить себя хотя бы умозрительно на место начальства или Бога. Приходите, я дам вам такую возможность.
Ссылка в описании, кстати, к этому видео. Можете нажать и зарегистрироваться. Ирина Цахнев. Алексей, какое направление психологии вы считаете наиболее эффективным в работе с людьми? Что скажете о таком направлении, как психоанализ? Большое спасибо. Ну, в психологии современная парадоксальная ситуация. С одной стороны, считается, что 6 основных направлений существует. Это психоанализ фрейдовский, юнгианство, работа с архетипами. Это бивихиоризм, анализ поведения. Это транзакционный анализ Берна. Это гештальт Фрица Перлса. Это холотропное дыхание этого самого, как его, Станислава Грофа. Ну и сейчас уже так наговорил, не помню, прямой эфир, какое-то там еще одно, а может, я все перечислил. Значит, у всех есть свои достоинства, свои недостатки. Проблема в том, что вторая половина этой проблемы заключается в том, что Американская ассоциация психотерапевтов на 2011 год, насколько я помню, насчитывала 180 тысяч человек. Не, 180 плюс 130, потому что у них была длительная борьба между профессиональными психологами, клиническими, медицинскими или академическими, и всякими трахтели-духами, типа астрологов, тарологов и прочих этих самых, типа меня. И эта борьба закончилась тем, что они включили всех этих трахтели-духов в официальную ассоциацию. В той же ассоциации зарегистрировано больше 10 тысяч методов психотерапии. Это означает, что все, кто не поленился, смог зарегистрировать свой метод, описать его и зарегистрировать, а все остальные просто поленились. Психология – это куда больше искусства, чем наука. Хотя есть экспериментальная психология, доказательные выводы и так далее. И вопрос заключается в том, что у человека должен быть психологический талант к работе с другими людьми, к помощи. А вот когда этот талант есть, как он его оформит, это во многом зависит от учителей и направления, которое он возьмет. Человек талантливый, действительно способный вмешиваться в судьбы других людей, исправлять психику, исправлять недостатки, будет работать хорошо и в психоанализе, и в бивихиоризме, и у Станислава Грофа, и своим собственным каким-нибудь методом. Я прошел очень неплохое обучение, которое, в частности, предполагало много лет, 15 лет я учился, даже почти 20, которое предполагало знакомство достаточно подробное со всеми направлениями основными. И мой учитель, Авессалом Подводный, имел свою оригинальную концепцию личности человека. Кстати, это единственная цельная концепция, известная мне в настоящий момент, потому что во всех направлениях нет цельной концепции личности. Или, по крайней мере, я так думаю. А у него была. Но преподаю я, использую в своих консультациях или преподавании давно уже свою систему, лично мной сформированную. Она больше похожа на юнгианство. То есть я тяготею к юнгианскому направлению. Что такое психоанализ? Фрейд, будучи очень образованным человеком, получивший классическое образование, знал, что анализ снов, сновидений, это еще делали пифагорейцы. В 6 веке до нашей эры это делали еще индусы и многие кто делал. И он исходил вот из чего. Гениальность Фрейда заключается в следующем, что в человеке мыслей нет. Внимание, мыслей у нас нет, это все хорошо знают, кто ходит ко мне на модуль «Искусство мыслить», который, кстати, вот тоже начался недавно, или еще будет в сентябре. Так вот, у человека есть предмысль, у человека есть сознание, подсознание и полуосознаваемый слой. Полуосознаваемый слой, который... с которым сознание и может иметь дело, потому что прямо проникнуть подсознание он не может. С другой стороны, подсознание не может словами общаться с сознанием, оно выдает сюда импульсы, желания, образы, смутное состояние, вопросы, обрывки каких-то фраз и символов впечатлений. И по вот этим обрывкам существует методика, их много разных, но в частности фрейдовская методика, которая позволяет произвести анализ этих обрывков. И из предмыслей, вот здесь предмысль находится, предмысль, сделать мысль, собрать это в мысли, у меня на курсах это называется аппроксимация, это действие, а потом вывести из них центральную идею или центральную мысль, которая подсознание и хотела сообщить сознанию. И одна из самых ярких и благодатных мешанин для этого дается нам в сновидениях. Поэтому Фрейд далеко обосновал возможность такого анализа, методологию такого анализа, и, говорят, очень многим людям помог, проведя этот анализ лично, и воспитал двух замечательных учеников, Адлера, психолога, и Юнга, за что ему уже честь и хвала. До сих пор существуют тяжелейшие баталии, относительно того является психоанализ наукой, а фрейдизм научным, или хотя бы философской концепцией. И есть ученые, которые всерьез борются с этим, и психологи. Есть люди, которые считают, что Фрейд – бог, и только вот психоанализом надо заниматься. К тому же психоанализ ушел довольно далеко, сейчас неофрейдизм есть. Но, в принципе, это очень почетная
почетное направление. Так, читаем теперь из комментариев. Не могу пока найти. Сейчас, секунду. Так, где оно делось? Угу. Алексей Мухин, есть ли эмпирическая разница между тем, что мы забываемся во сне, смертью и небытием, которого якобы нет? Я думаю, что эмпирический опыт, то есть опытным путем, мы четко различаем сон и, например, потерю сознания, когда сновидений нет, либо мы их не помним уже. А что бывает после смерти, я не знаю, посмотрим. Хотя у меня было состояние клинической смерти, я помню, как я вот, пресловутый коридор и так далее, это белый свет и все остальное. Но на сон это не было похоже, это было совершенно другое состояние, очень четко опознаваемое, как не сон. Поэтому могу сказать, что, по крайней мере, между сном и клинической смертью эмпирически разница есть. На моем личном опыте получено, хотя это пока единственный эксперимент. Тихонюк Андрей, пятый проект. Когда и как вы думаете приступать к реализации? Уважаемый Андрей, все телезрители, которые часто спрашивают, вот Алексей, вы завязли в этой политической повестке, ругаетесь там, спорите, каблуки обсуждаете. А как же великий пятый проект? Это пятый проект. Мой учитель, когда давал мне право на самостоятельную практику, он сказал, ну, считал меня обучен. Он говорил, что, Алексей, есть разница между чистой духовностью и истинной духовностью. Чистая духовность заключается в том, что ты сидишь на высоте в Гималае, в горнем монастыре, не общаешься с людьми, не вязнешь в этих дрязгах и занимаешься там чистыми духовными практиками. А есть истинная духовность, которая заключается в том, что ты прыгаешь прямо в самую грязь мира и пытаешься там заниматься духовностью, при этом изрядно пачкаясь. Вот. Я предпочел, он сказал, выбирай, чистая или истинная. Я предпочел истинную. Пятый проект. Вы смотрите, концепция. Идеологическая концепция президента Зеленского и его команды, она не оформлена до сих пор. Она имеет только общие, не до конца сформулированные принципы. Центризм, построение открытого общества. Но этих принципов мне хватает для того, чтобы понять, что это наиболее близкий для реализации пятого проекта проект. То есть это его предтеча, такая пропедевтика, то есть подготовительный этап, первая ступенька. Потому что пятый проект — это, безусловно, центризм, потому что он хочет объединить четыре проекта и дать им новое качество. И пятый проект — это, безусловно, максимально открытое общество. Поэтому я в нужном месте, в нужное время, глубоко принципиально то, что я делаю. А тактика и конкретные нюансы — это всегда остаются конкретными нюансами. С кем-то приходится ругаться, с кем-то приходится соглашаться. Жизнь — это сложная штука. Семен Головкин. Что значит, когда вы говорите «личность» большой буквы «Л» или «человек» с большой буквы «Ч»? Какой подтекст вкладывается в эти большие буквы? Смотрите. Есть разное употребление слов. Есть так называемое повседневное употребление слов. И для того, чтобы выделить, что я сейчас говорю особую вещь, то есть о чем-то главном, то я всегда говорю с большой буквы. «Честь» с большой буквы. Личность с большой буквы и там человек с большой буквы, показывая, что сейчас мы говорим о высших явлениях, а не о повседневных. И здесь надо ступать осторожно и говорить шепотом с необходимым дозой благоговения, чтобы понять какое-то знание, получить мудрость. Ну, вот, здесь нужно действовать интеллектуально осторожно, а не употреблять слова как в быту. Ну, смотрите, я говорю, например, там, ну, человек пошел в гастроном. Это одно. А когда я говорю «человек» звучит гордо, то человек это с большой буквы «Ч», потому что здесь выделяется человек как таковой, а не человек, который идет туда. В слабой степени в английском языке, например, или в языках, где есть артикли, эту роль играют артикли. То есть есть архетипическое яблоко, an apple, вообще яблоко.
А есть the apple, вот это яблоко. И они очень сильно различаются. Потому что яблоко вообще предполагает внимание. Это понятие очень высокого уровня абстракции слова. Оно включает в себя все яблоки, которые были когда-либо. Все яблоки, которые есть. Все яблоки, которые будут. И все яблоки, которые могли бы быть. Без мириады, мириады, биллионы, триллионы, триллиарды этих яблок. И тут приходится уже говорить «яблоко» с большой буквы «я», когда мы имеем в виду яблоко вообще архетипическое. Греки в свое время, греческая философия в свое время придумала такое понятие, как «само по себе», «автоэсти», то, что называется. То есть есть равенство или яблоко, равенство отрезков или конкретное яблоко, а есть равенство само по себе или яблоко само по себе. В русском языке таким эквивалентом, которым я пользуюсь, является с большой буквы. Человек с большой буквы, яблоко с большой буквы, храбрость с большой буквы или там справедливость с большой буквы. Понимая, что мы имеем дело с явлениями, с архетипами или с понятием высокого уровня, а не с конкретным проявлением, конкретным яблоком, конкретным справедливым поступком или конкретным человеком. Анастасия Хотина говорит, я обычная домохозяйка, признайтесь, тот, кто ходит на выборы, это зрение женщины средних лет. Нет, на выборы и на разные выборы ходят очень разные люди, это знают все политтехнологи. Парламент выбирает одни люди, президенты выбирают другие люди, обычно в Украине, например, да и в других странах тоже. А за местные выборы это совсем другие люди. Вот. Поэтому искусством политтехнолога является, в частности, понимание, кто, закономерности, кто на какие выборы ходит. Например, до Зеленского президента избирали. Основная явка избирателей была в городах, которые от 15 до 30, до 50 тысяч человек. Там была наибольшая активность на президентских выборах. Игорь Штанько. Во время Зеленского, кстати, произошел феномен. Пришли все. Большая часть. Игорь Штанько. Если бытие есть, а не бытия нет, значит ли, что я есть, был и буду всегда и не могу не быть? Как можно всерьез поверить в бесконечность, когда в конечности нет ничего от бесконечного? В бесконечность поверить очень просто. Если вы конечное существо, вы и я, то теоретически мы не можем рассуждать о бесконечности. Потому что бесконечность не имеет конца, а мы существа конечные. Это значит, что бесконечность, как огромный прекрасный золотой слиток, не должно влазить в маленькую старую ветхую сумочку, не помещаться просто. Километровый золотой слиток, точнее бесконечный золотой слиток, в маленькую старую сумочку под названием «мы, я, наше сознание». Однако мы оперируем понятием бесконечности свободно. Значит, наше сознание либо зеркало, которое больше бесконечности, а больше бесконечности быть нельзя, либо оно принадлежит какому-то другому измерению, свободно оперируя бесконечностью. Например, мы можем представить бесконечность в виде символа. Можем же, да? Вот так. И мы... Вот восьмерка. Там. Вот так. И мы находимся вне... Сознание находится в неком другом измерении, нежели любая физическая либо временная бесконечность. А значит, понятие конечности или бесконечности вообще к нему не принадлежит. В современной западной философии существует два представления времени. Одно представление гласит следующее, что есть сплошное время, и некоторые существа, типа Господа Бога или типа человека, его бессмертной души, просто в этом потоке времени всегда живут бесконечно. Никогда не кончается для них. Не то, что прожил отрезок и выпал и так далее. Это одна концепция времени. Просто бесконечная жизнь. Есть другая концепция времени, когда Бог или там человек, то есть его бессмертная часть, находится за пределами пространственно-временного континуума. Кстати, это очень... То есть тут вообще времени нет. То есть вечность — это не бесконечное время, а вечность — это место, где нет времени. Отсюда, кстати, хорошо объясняется всевидение Бога, потому что он глядит на реку времени со стороны, и все выборы, которые мы совершаем, даже которых он не знает, потому что мы сами не знаем, что мы еще выберем, он просто видит со стороны, наблюдает в реку со стороны. Все возможные выборы и варианты развития событий. Мне эта точка зрения куда более близка, потому что она более логична.
Алексей Мухин. Что делать, если спустя 2,5 года понял, что бросил дело жизни из-за проигрыша волевого конфликта? Мне почти 33. Мосты сжег. Те, которые не сгорели, думаю, что заросли, и их трудно будет найти. Сцепить зубы, вернуться или искать что-то другое? Для меня будет весомо услышать ваше мнение. Спасибо. Алексей, все очень просто. Если вы действительно, я подчеркиваю, действительно думаете, что это ваше дело жизни, вам надо сделать следующую мысленную операцию. Вот я всегда говорю, хотите быстро понять, кем вы хотите быть, подумайте, кем бы вы хотели умереть. Вот представьте, что вам мысленно эксперимент, что вам 90 лет. Вы обернулись назад и, как это, и посмотрите это вашу, то, вашу, на вашу жизнь с двух точек зрения. 33. Вы снова, несмотря на все трудности, вернулись к этому делу, которое вы считаете делом жизни, и занимались им далее. И второй вариант, где вы не вернулись, занимались чем-либо другим. И оцените свою жизнь с точки зрения человека, который уже готовится умирать. Тогда вы поймете, да или нет, возвращаться или нет. Если да, возвращайтесь и, невзирая ни на что, восстанавливайте это дело жизни. Может быть, не с теми людьми, не в том месте, но как занятие. И Господь с вами, неважно, какие испытания вы понесете, если это дело так важно для вас. Если это было, вам казалось тогда, что это дело жизни, или кажется сейчас, на самом деле вы можете без него прожить, и эта жизнь будет вам казаться достойной и интересной, в этом мысленном эксперименте займитесь чем-то другим. На любое стоящее дело всегда позовут дважды. Всегда. Можете не волноваться. Можете совершенно ничего не делать, вас гарантированно позовут второй раз на это, создадут возможности, если это для вас действительно дело жизни. Вопрос из тех, которые задавались под трансляцией на анонсе. Вадим Кулик спрашивает, возможно ли свое высшее я переориентировать его свое предназначение? Спасибо. Нет, Вадим. С теории, с которой я схожу, высшее я содержит в себе предназначение очень устойчиво. Но у человека есть свобода воли, разум, душа, сердце, и он очень может сильно повлиять, на содержание этой миссии. На своего предназначения. Конечно, в каком-то самом главном смысле, в ядре он его не поменяет, стержнево, но обстоятельства, способы реализации, методику реализации, места реализации, на это человек влияет в значительной степени и может повлиять, но в ДНК, грубо говоря, главное сердцевина, предназначение, я не верю, что человек может поменять. Поэтому... Вопрос сложный. Не сложный, вернее, а все, да, простой и понятный для меня. Возможно, другие точки зрения. Тихонюк Андрей. Возможно ли реинкарнация? Смотрите, Андрей, из чего я исхожу? И что я постоянно говорю? А где эта штука? Смотрите на доску. Реальность, с моей точки зрения, делится на три слоя. Реальность. Виртуальность и действительность. Действительность – это то, где мы с вами живем, и то, что мы регистрируем нашими органами чувств. Ну, и в том числе с помощью приборов. Например, звезду, которую мы видим в телескоп, тоже принадлежит действительности. И виртуальность – это наше, то, с помощью чего мы мыслим о действительности и представляем ее. Это наше представление во всех видах. А реальность – это то, что делает этим возможным. Это возможно. Реальность у нас, реальность, как Господь Бог, единственная реальность. То есть, грубо говоря, когда мы говорим вот здесь x равно y, то что-то должно поверять x, что-то должно поверять y, и давать, делать возможным саму эту ситуацию, сравнивать и делать возможным ситуацию сравнения. Так вот, представление, есть ли реинкарнация или нет реинкарнации, человек живет один раз, находится в высших слоях виртуальности. Высшие слои виртуальности – это так называемые великие объяснительные системы или великие истории, которые... дают нам определенную картину мира, нам и другим людям, и заставляют смотреть одним из способов. Например, они, как правило, религиозны по происхождению, они все религиозны по происхождению, атеизм не является самостоятельной картиной мира, он вышел из науки, а наука вышла из религии. Католическая церковь создала науку так, как она есть. И... В буддийской картине мира, в индуистской картине мира, там есть, например, перевоплощение. Есть они в пифагоризме, например, у язычников. А в христианстве считается, что нет перевоплощения. Человек воплощается один раз. Это все точки зрения.
просто очень устойчивая, освященная традиция, разделяемая многими людьми и имеющая необъякое обоснование. Но современный человек живет в мире, когда он должен понимать, что это всего лишь один из способов описания действительности. Один из способов. И он может, во-первых, выбрать, как описывать эту действительность. Во-вторых, он должен понимать, что это не взгляд, который надо отлить в золото и в Парижской палате мира весов выставить. Нужно мыслить так, что в виртуальности есть разные объяснительные схемы. Вот одни говорят, что есть реинкарнация, другие говорят, что нет реинкарнации. И главное, что ему нужно, это не путать слово «пасха» и «карма» в одном предложении. То есть надо давать чистые трансляции, точно понимая, в какой символической системе, в какой объяснительной схеме вы сейчас выражаетесь или в какой объяснительной схеме говорит человек. Проблема современного века в том, что у нас перепутаны, у нас оторваны символы от содержания, символические системы перестали устойчиво работать. И мы, это все равно, что вот есть такая проблема с лечением карты и местности. Местность, она в действительности, карта в виртуальности. Вот некоторые люди хорошо ориентируются, некоторые вообще не ориентируются. Хотя представьте, что вам сбили карту. То есть в вашем GPS системная ошибка. Вы как вроде едете, но не можете приехать. Причем системно не на 50 метров, а вообще несовместимо. Или сильно несовместимо, на 2 километра. Или, скажем так, за пределами вашего воспринимающего устройства. То есть вот здесь вот за пределы. Ошибка выходит за пределы экрана, на который вы смотрите. Вот это бывает, когда символы отрываются от содержания. У современного человека эти символы от содержания оторваны. Началось это со времен просветителей, так называемых, которых когда-нибудь назовут затемнителями. Конец 18 века. И человек живет со сбитым прицелом, с неработающим компасом. Поэтому ему очень трудно различать, когда он говорит от имени, рассуждает в одной системе, где есть реинкарнация, и говорит другой, в которой нет реинкарнации. И самое главное, что он не умеет делать чистые трансляции и придерживаться рассуждения одного, не перескакивая из одной символической системы в другую. Потому что даже среди людей, которые считаются умными в современном мире, это очень распространенное явление. Значит, рассуждать о чем-то в одной символической системе, в середине дать другую, которая более удобна для данного этапа, а закончить вовсе третьим способом. Это имитация мышления. Так делают люди, которых я называю интеллектуальная массовка. И они очень сильно ошибаются. К сожалению, подавляющее большинство из нас такие. Я когда-то был таким. Но это исправляется у меня на курсах. Так что, если хотите, приходите, будем заниматься и ставить мозги на место. Дмитрий Шульга. Как вы решаете для себя философскую проблему вагонетки? Это знаменитая проблема, относящаяся к современной философии этики, то есть науке о том, как поступать должно и как не должно, как морально и неморально, и относится она вот к чему. Что представьте себе, что лежит, что вы управляете вагонеткой, вы в состоянии ее остановить, например, вы в ней едете, либо наблюдаете со стороны, и на одной ветке лежит 5 человек, а на другой один человек. И надо ее, остановить ее нельзя, надо запустить либо тут переехать одного человека, либо пятерых. И когда люди начинают говорить, ну, конечно, один лучше, чем пятерых, им начинают говорить, ну, подождите, вдруг эти 5 – это обычный обыватель. А этот один ребенок, либо гений, либо герой, либо гений всех времен и народов. Как бы, да, ну вот, и начинают вводить прочие вводные, которые там есть, они заложены в эту дилемму. И обычно приводит к тому, что средний человек кидает руль и говорит, как он обычно в жизни делает, и говорит, я этот сам, я не хочу принимать это решение, отказываюсь от принятия решения. Некоторые идут на такое типа самопожертвование, я выпрыгну из вагонетки, пусть лучше передавит меня, остановлю ее своим весом, но не задавить людей. Это тоже решение. Я вам скажу так, как человек, находящийся в вагонетке, я не уверен, что если я прыгну и лягу поперек, вагонетка остановится. То есть получится, что задавили меня, а еще задавят либо пятерых, либо одного. А вот. Не исключен также вариант, что оно пойдет каким-то такие траектории, что убьет и одного, и пятерых, и того будет 7 жертв. Поэтому я поступлю, как поступил бы офицер. Я бы переехал одного. Потому что 5 солдат, даже самых бестолковых, это больше возможностей, чем один толковый. Вот так я решу проблему вагонетки. Возможно, я не прав. Петр спрашивает. Алексей, какое духовное наследие и ценности войны в современном обществе? Я так понимаю, духовное наследие и ценности, касающиеся такой области человеческой деятельности, как воинское дело и война. Ну,
Первое. В значительной степени они девальвированы, эти ценности. Это очень легко видно в Украине по ситуации, когда есть там 300 тысяч ветеранов, прошедших этот конфликт. И очень, ну не все, но часть из этих людей вообразила, что раз она повоевала, то теперь им можно все. Они получили индульгенцию, прощение. Как бы, они уже никогда не ошибаются, они всегда правы. И как бы им можно все. Это такое весьма забавное детское заблуждение. Но есть часть общества, которых в этом поощряет. И в основном у людей срабатывает это не воинские ценности, и там ценности чести или профессионализма воинского какого-то, достоинства, а это попытка откупиться. Чур меня. Вот если он за меня сходил, все, я не ходил, то я, или он был далеко и в страшном месте, а я близко и не в страшном, то я от него откуплюсь тем, что я буду как это, восторгаться его великим подвигом, восхвалять ему и позволять ему больше, лишь бы не вспомнили, что он, где я был в этот момент, и мне тоже нужно было бы где-то там, как бы героически там где-то пообороняться. А вот, воинские ценности и духовное наследие воспитывается очень-очень долго. Каста воинская, это формируется десятилетиями, столетиями. Очень непростая история. И я не уверен, что вполне до конца возможно в этом мире, хотя, конечно, вкрапления остались, потому что сегодня правят торговцы. Вайши. Ну, конечно, люди воинской чести остались, я их видел многократно. Их очень немного, но они производят сильное впечатление. И честь, вернее, духу ценностей и войны, и воинского дела, у них все те же самые. Вопрос для современного человека главный – за что воевать? Вот казалось бы, да, идеальная ситуация в 2014 году. Российская Федерация напала, забрала у нас Крым, оккупировала. Начала войну гибридным вариантом на Донбассе. Родина в опасности. Весна 2014 года вообще никто не знает, будет ли захватывать Киев, там удастся ли русская весна, не захватят ли пол Украины или всю Украину. Запад вроде как нас бросил, отделается моральной поддержкой. Армии, как говорили, нет. Хотя уже к 1 апреля было отмобилизовано 50 тысяч человек, но об этом как-то предпочитают не помнить. И 1 апреля 2014 года. И вот такой весь ужас, кошмар, и 5-10. И что мы видим? 1150 мотнулось в Москву на заработки срочно. 1120, 150, 200 уехало срочно, по дела в Польшу начались. Из 300 тысяч офицеров, которые есть в Украине, запаса в военкомат явилось 33 тысячи, 34. То есть каждый десятый. Ну, два из них, например, пенсионеры. Три. А остальные что? То есть современный человек, это все хорошо знают, кто командовал людьми на войне, знают, что он не знает, за что умирать. Вот смотрите, армяно-азербайджанский конфликт. Ну вот воевали там, Азербайджан давил технологическим преимуществом, подготовка войны качественной. И вот армянская диаспора разбросана по всему миру. И как объяснить хлопцу-армянину, который там в 10 лет, которого увезли в Москву, и который закончил московскую школу, выучился на программиста, получает 7 тысяч долларов в этой Москве, ходит по клубам, девочки, концерты, все дела, что ему надо все бросить и ехать в Нагорный Карабах, одевать форму и сидеть под ударами беспилотников и, возможно, погибнуть с большой вероятностью, так ни разу не увидев противника. Ради каких таких идей? Поэтому главной заботой в современном времени всех командиров и замполитов является, или идеологов, является объяснить человеку, за что ему нужно умирать, за что воевать. И я своим солдатам всегда объяснял очень просто, если такой вопрос возникал, или офицер. Когда меня спрашивали, за что мы воюем, я говорил, что за волю. Мы воюем за то, чтобы эти люди не могли определять нашу волю. Потому что территория в 21 веке – это очень мутная история. Вот, например, граница на востоке Украины не демаркирована. Никто не знает, где российская территория уже, а где еще украинская. За этот кусок степи мы должны умирать, выжженный. А если выяснится, что мы за нее умирали, а граница на километр западнее, то мы неправильно умирали за российский кусок территории, получается. Территория ничего не объясняет, язык ничего не объясняет, вера ничего не объясняет. Что очень много украиноязычных украинцев воевало с вернее, русскоязычных украинцев с русскоязычными россиянами в этой войне. И так далее. Объясняет воля. Я не могу позволить, чтобы кто-то навязывал мне свою волю и заставлял меня поступать определенным образом. Если я добровольно на это не соглашаюсь. Но когда я не соглашаюсь, мне не нравится. А если он не собирается, я ему об этом говорю. Если он не собирается останавливаться и пытается применять насилие, то единственный вариант здесь – это встречное насилие. Так и возникает воля. И это главная базовая ценность, на которую может до сих пор ориентироваться человек профессионального воинской чести и традиции, и человек самый простой, который никогда ничего не слышал про духовное наследие и ценности войны, а просто понимает, что не хочется, чтобы ему навязывали волю и заставляли вести себя определенным образом.
Богдан спрашивает Кришталь. Добрый день. Как строить отношения с людьми, одержимыми концепциями? Иногда кажется, что они сошли с ума. Что такое концепция? Давайте я вам расскажу. Для тех, кто не в курсе, потому что Богдан оперирует понятием, которое я устойчиво применяю. Но для тех, кто нас смотрит первый раз или будет смотреть, я объясню, что такое концепция. Если человека представить как компьютер, да, то вот этот контур – это контур сознания. А это контур подсознания. То есть, если я сейчас скажу, давайте представим апельсин, мы его представим, вы его на внутреннем экране представите. Если я скажу, давайте покрасим синий цвет, вы его покрасите. Если я скажу, давайте кубическим его сделаем, мы мысленно сделаем. Все могут это сделать. Единственное, чего не могут все, это объяснить, как это работает. То есть подсознание крутит свою историю какую-то. Там есть софт, который позволяет нам все это делать. Нам сейчас общаться, например. Нам изобретать интернет и телевизор, через который мы общаемся сейчас. У софта есть ядро. Программисты знают, что он называется BIOS. Там базовые настройки содержатся. Этот BIOS – это ответ на четыре вопроса. Кто я? Где я? В каком мире я живу, людей, объекты, включающиеся, в каких мы отношениях и зачем это все. И все было бы хорошо, хотя, что ж тут хорошего, я всегда люблю спрашивать своих, тех, кто у меня учится, кто вам ставил ваш софт. Но есть такая штука, как коллективное бессознательное или интернет и выход в интернет. И в этом интернете как много чего живет, но в частности там есть информационные пакеты, сайты, куда можно зайти, там онлайн-образование там есть. Но есть такие вирусные концепции, которые называются, вот как компьютерные вирусы, я называю концепции. Зеланд называет их маятники. Ну, почти то же самое. Концепция состоит из ядра и периферии, и символов. Вот, например, концепция русского мира. Ядро – это ответ на все те же четыре вопроса. Кто ты? Ну, русский. Где ты? В ужасном мире, который хочет задавить великую прекрасную русскую цивилизацию? В каких отношениях? Непримиримой борьбы? Зачем это все? Чтобы победить, посрамить. И город Китеж поднялся, а все остальные чурки, там хохлы, там рикосы и пиндосы были посрамлены. Вот примерно так, в грубом варианте. У него есть основные магистральные направления, как они видят мир, как относиться к украинцам, как относиться, чей Крым и так далее. Есть символика, например, георгиевская ленточка легко опознается как принадлежность этой концепции. Таких концепций очень-очень много. С момента формирования возникновения Web2 технологии, то есть возможности размещать в интернете свою информацию авторскую, они начали очень резко укрепляться. До 2000 года концепции не было. Они начали появляться где-то с 2000 года. И плюс-минус. Они чрезвычайно агрессивны. Не надо думать, что концепция – это книга. Пошел, познакомился и закончил. И мозг современного жителя мегаполиса атакует сознание 5-6 крупных концепций одновременно. Одновременно. Каждый день, каждую секунду. Тут два провода здесь, вот они. Один на закачку, другой на выкачку. Большинство людей современных, где-то процентов, наверное, 85, находится под крайне жестким управлением одной из концепций. Как правило, нескольких, но перескок идет неуправляемый этими людьми. Есть люди попродвинутей, которые понимают, что они под концепцией, служат ей верой и правдой и управляют передвижением. Есть люди, которые вообще вне концептуальны, и я стремлюсь сделать из вас таких людей на своих занятиях. В частности, вот на таких видео объясняю, как это работает. Но 70, где-то 2, 3, 5%, 78, зависит от социума, за границей поменьше, у нас побольше, вернее, на Западе просвещенным, они жестко управляемые концепции. То есть это вот как чужой захватил мозги, управляет, и люди даже не понимают. Вот есть такой вид муравьев, и есть грибы, которые, прорастая в них, заставляют, модифицируют поведение муравьев, заставляют их вести определенным образом. Вот концепция точно так же работает. Она высасывает из человека состояние, которое он переживает, когда он верой и правдой служит этой концепции. Например, державнического восторга там, или еще чего-то. И да, подкачивает его все время. Основная задача концепции – заместить ядро, ответ на индивидуальный ответ человека на эти вопросы. И вот здесь проявляется его личность, его самость, готовыми ответами из концепции. То есть война идет за ядро. И человек – существо, в котором нельзя записать на жесткий диск мягкий софт. У нас софт связан с устройством диска. То есть наш диск органически меняется в момент, когда ты записывается туда информация. То есть нейронно-аксонные связи меняются. И понять что-либо, либо начать чему-то служить, слушаться чего-то,
Это значит биологически стать другим человеком. Биологически, биохимически, электрический, тепловой, потому что мозг — это электрическая машина, тепловая, химическая и так далее. И вы поймите, если человек немножко послужил концепцию, он физиологически уже перестроен. Физиологически вы имеете дело с другим существом. Аватаром концепции. Это хорошее слово «бот». То есть бот — это же не выдумка. Бот — это человек, который принял концепцию, разносит ее вопреки здравому смыслу и реальности. Концепция отрывает его от реальности и управляет из ним как вот кукловод. Таких людей очень много. Таких людей очень много в Украине по той простой причине, что мы страна, которая является главной точкой когнитивных войн, которые сейчас в мире идут, главной точкой приложения усилий. Нигде нет таких когнитивных драк, как у нас. Мы эпицентр этого всего. И мозги значительной части соотечественников либо разрушены до потери человеческого облика, либо они являются просто тупо аватарами концепции ботов, либо идет отчаянная борьба не в пользу человека за эти мозги. Людей, которые мыслят свободно, считаны единицы. Единицы, я подчеркиваю, не десятки, не сотни. И общаться с ними очень трудно, потому что в этот момент вы говорите не с человеком, а с концепцией. А один человек, не проходивший специальной подготовки, например, у меня на курс, не может просто так посмотреть в глаза такому крупному демону, как концепция, и отогнать его от живого человека. Просто заставить вынуть вот эти щупальца и на миг встретиться с человеком один на один. У него не получается. Для этого нужно проходить специальную подготовку. В принципе, можете прийти на курсы, я вас научу, как это делать. Но если вы не пришли, не проходили подготовку, то вы остались сами один на один, то зависит от концепции. Как бы, да. С отдельными можно побороться в лице человека, имея его аватар. С другими они настолько сильные, что они вас переедут, и вы даже не заметите. Как бы, да, поэтому, ну или, по крайней мере, не удастся ничего исправить. Поэтому вы там на свой страх и риск смотрите, что делать с этими концепциями. А вот. Ну, лучше как это подготовиться. Вот. И даже если это вам близкий человек, родственник или друг, кто он переродился, вы ничего с этим уже не сделаете. Считайте, что он фактически потерян. Его спасти может только чудо, либо профессионально подготовленные люди. Но если вы хотите стать таким человеком, то нужно готовиться. Ред спрашивает, как устроен рай в моем понимании? Я думаю, что рай — это не место, а состояние. Хотя, возможно, где-то там в другом измерении есть и рай такой. Ну вот могу привести вам пример такой трактовки. У Марка Твена есть замечательный цикл рассказов, который, ну, повесть называется «Дневник Адама». Это как бы есть дневник Евы, она пишет как от имени Евы, очень смешно, а есть дневник Адама, всячески рекомендую. И Адам с Евой все время ссорятся, все время друг друга жутко не понимают. Весь этот период. Но в конце концов их изгоняют из рая совместно, они там растят Каина и Авеля, других детей там, и так далее. В конце концов получается так, что Адам глубокий старик, а Ева умерла. И он на могиле у нее стоит, и последняя запись в дневнике его звучит так. Мы много ссорились с тобой, и друг друга не понимали, но только сейчас я понимаю, что рай... А нас вместе изгнали. Мы начали в рай, а нас изгнали из рая. И я все время хотел вернуться в рай. Но только сейчас я понимаю, что рай — это там, где была ты. Вот такая концепция рая. Например. Так. Сергей Арнаутов. Алексей, здравствуйте. Как вы считаете, является ли наличие в главной идеологии государственного курса принципа единства и борьбы противоположностей ключевым, а возможно обязательным для продуктивного развития выживаемости государства? Если да, то как это выражается в вашем пятом проекте? Особенно по отношению персонально к человеку. Поясню. В людях и в себе я наблюдаю тягу к получению различных удовольствий, телесных, духовных, моральных. И получается какой-то перекос в некое подобие наркомании, и зависимости, которая за постоянной основе ведет, скорее всего, к саморазрушению. Лучшим выходом из этого я вижу учение Христа, в которых где есть противовесы, не позволяющие человеческому я с его потребностями ставить себя на первое место впереди всего на свете. Смотрите, мы только что об этом говорили. Есть современная концепция, очень жесткая, которая называется концепция удовольствия. То есть я должен везде сидеть и получать удовольствие.
Не все сводится к концепциям, есть идеологии, есть просто человек действительно так думает. Ну, не все, но в концепции все пытаются концептуализировать. Даже независимые учения, свободные, живые учения пытаются концептуализировать или, по крайней мере, продать нам их слепок, их эквивалент, то есть муляж, подделку, который мы думаем, это христианство, а это все-таки концепция христианства. Мы думаем, это ислам, а это концептуализированный ислам, вместо реального ислама, вместо живой религии и так далее. И мы часто имеем дело с ними. Одна из этих концепций гедонистическая в худшем смысле этого слова. То есть получаю удовольствие здесь и сейчас, немедленно, вот как ребенок в супермаркете, я топнул ножкой, хочу эту машинку прямо сейчас. Или эту конфету. И все больше и больше людей подсаживается на эту концепцию, потому что ее поддерживают те, кто хочет нам продавать. Очень много мы нужны как потребители. Да, для этого нужно, чтобы была идеология потребления пресловутая, и идеология потребления, и управление нашим поведением в момент, когда мы, чтобы сформировать нам решение на покупку. Современный мерчандайзинг и вообще, как это, нейроэкономика достигла такого уровня, что и температура в торговых центрах, и набор цветов, и запахи работают так, чтобы мы совершали покупку, нас подталкивают в совершенно определенном месте. Что касается государства, государственная концепция очень жесткая. Государственная концепция даже в абсолютно мирное время, в мирном государстве, исходит примерно из тех же вибраций и той же логики, как у солдата или полководца на войне в окопе. Я это очень хорошо ощущаю. Почему народ обычный, особенно гедонистически настроенный народ, очень плохо понимает власть придержащих людей? Потому что они рассуждают, нам бы прожить, те, кто победнее, и кому нечего заплатить за коммунальное, там он мучается, например. А есть люди, которые просто имеют ресурс, хотят жить, материальный, хотят жить и получать удовольствие, а государство от них что-то требует. Уплаты налогов, службы в армии, там, какого-то гражданского долга, понимания и прочее, прочее. Их это бесит. И отсюда возникают противоречия, потому что государство отвечает, несет социальную ответственность за всех. Плохое, но хорошее, коррумпированное, не коррумпированное, оно реально несет ответственность, поверьте. Даже самый коррумпированный чиновник не может избежать, занимающийся только собой своими делами, не может избежать давления этой ответственности. Вынужден ей заниматься, так или иначе. С ненавистью, с ними к людям, к неприятию, но вынужден заниматься. А люди хотят удовольствия. Ну, берем самый крайний случай. И, конечно же, это одно из главных противоречий вообще между государством и человеком. Как есть противоречие между индивидом и обществом. Конечно, человек должен учитывать интересы всего общества, но сильно в нем растворившись, он потеряет себя. А сильно индивидуализировавшись, он потеряет общество. Станет атомизированной единицей, которая, ну, лишенная общественной связи, и оно... Ему будет сложно в обществе, и он будет иметь от такой человека определенные проблемы, что сейчас на Западе творится в значительной степени, потому что там концепция индивидуализации доведена до крайности. Это придется, во-первых, это противоречие придется знать, отметить, о нем придется говорить, и действительно его придется постоянно балансировать. Потому что пока будет существовать государство, оно будет требовать одного, а люди, которые хотят просто жить, развиваться, работать, будут его не любить, недолюбливать, уклоняться от уплаты налогов и, как это, и от службы в армии, и от прочих государственных необходимостей, и всегда ругать государство, и считать, что там сплошные идиоты, которые только и хотят, только и мечтают, и пошли туда, чтобы ущучить несчастный трудовой народ, отобрать у них последнее заработанное, либо не дать. Ну, это невозможно не учитывать, и хорош тот политик, но хороший тот гражданин, который понимает, что это противоречие существует, и всякий раз оно решается конкретно, в каждой конкретной ситуации. Например, простой пример. В Израиле военный сбор, который в Украине составляет 0,5%, в Израиле периодически достигал 20%, 16-18%, когда пятую часть дохода все отдавали на военный сбор, иначе бы государство не выжило. Но там была наглядность. У нас тоже есть военные опасности, очень серьезные, но мы считаем, что 0,5% с головой, а многие его не хотят платить, потому что лично меня это не коснется, и я не хочу ничего такого делать. Но поэтому... Ему приходится принимать налоговые кодексы и говорить, что вот, ребята, дело обстоит так, что надо все-таки заплатить. Александр Загоруйко. Почему существует коллективно бессознательное? Ну, Александр, это хороший вопрос, достойный философа. Почему существует нечто, а не ничто? Я не знаю, почему существует коллективно бессознательное. Я знаю, что оно существует, и с ним приходится работать. Поэтому сложно ответить, почему оно существует. Так.
Слава Сухой, каково место или роль атеиста в пятом проекте, ну и вообще в нашей модели мира? Существует ли эксклюзивная область ответственности философов, которые не имеют права вторгаться ученые, биологи, антропологи и так далее? Первый вопрос. Значит, я очень сильно уважаю атеистов. Тех атеистов, я подчеркиваю, которые действительно так считают. Потому что не забываем, что атеизм может быть просто модным выбором, модным течением. Либо человек не до конца честно ответил, поставил и ответил на себя перед вопросом и прошел до какого-то их уровня, дальше задавать их не стал. Это очень характерно для людей науки, например, которые не строят модели формальные, не занимаются предельным вопрошением. И, то есть обоснованием тех принципов и моделей, на которых они строят. Строить модели они умеют, но спросить себя, почему я строю такие модели на таких принципах, это уже как бы не про них. Это вопрос, а что было до большого взрыва? Они говорят, а наука этим не занимается, извините. А какой механизм большого взрыва? Это уже такое дело. А как вы считаете секунды во время большого взрыва, если никаких секунд еще тогда не существовало? А это уже вот типа ненаучная постановка вопроса. Мы тут вам модели даем и все. Я не уважаю людей, которые бегают от предельных вопросов. Философия занимается предельными вопросами. Если человек в результате задавания предельных вопросов вымыслил себе атеизм и честно стоит на точке зрения, я этого человека очень уважаю, готов с ним спорить, пожать ему руку. Хотя я прямо на противоположной точке зрения стою. Во-вторых, честно говоря, у меня такое ощущение, что атеизм – это развлечение чисто Земли. Земляне могут себе позволить. Про нас, когда мы познакомимся с инопланетянами, будут в газетах писать и показывать это как небесное чудо и зоопарк, в котором, оказывается, есть такое явление, как атеисты, и высоким инопланетным ученым мужам придется объяснять, что же это такое. Потому что у меня ощущение, что никто в галактике разумный больше атеизмом не балуется, все прекрасно знают, что есть Господь Бог, благополучно с ним общаются и ведут свои дела. Это мы такой космический дисбат, в котором все сложно, и существует такое явление, как атеизм. Это если так вот с юмором. Что касается, существует ли эксклюзивная область ответственности философии, да, она существует, сформулировал ее Кант. Кант сказал, что... Он сказал немножко по-другому, в другом контексте, но он сказал, что есть наука, которая должна заниматься всеобщим и необходимым. Вот то, что всеобщее и необходимо для биологии, для математики, для антропологии, для химии, для эзотерики, вот это вот всеобщее и необходимое, инварианты, то, что называется. Что важно и что касается всего, что мы находим и в биологии, и в эзотерике, и в астрологии, и в математике. Вот этим и должны заниматься философы. Это эксклюзивная ответственность философов. Всеобщим и необходимым. Инварианты. Например, число есть и в эзотерике, и в математике, и в физике, и в химии, и в литературе, где угодно. А какова природа числа? Это вопрос для истинных философов. Критерии философских – это всеобщее и необходимое. Владислав Прист спрашивает: «Здравствуйте, если разум открыт для знаний и не знаешь, куда идти, избыток информации, как понять для себя направление, какие принципы в процессе саморазвития?» Смотрите, ну есть два пути. Короткий, я уже говорил, вы можете решить поставить для себя вопрос, кем я хочу умереть, тогда вам очень быстро приблизитесь к пониманию того, кем вы хотите быть. Потому что этот избыток информации резко сузится для очень, очень узкого пути, где для вас приемлемы 2-3 варианта всего. И они будут очень похожи в чем-то одним и тем же вариантом. Есть более сложный путь, когда вы начинаете работать с полуосознаваемым слоем, про который я говорил в начале лекции, вы можете посмотреть. И там через особые методики, которые называются аппроксимация, а простыми словами, через анализ, берете дневник и ведете все, что вам подсказывает ваш дневник полуосознаваемого слоя, так называемый. Возникла какая-то мысль, вы ее взяли, записали. Мелькнул какой-то образ, вы взяли его, записали. Возник какой-то сам вопрос, и тут же погас, вы его записали. Обычно мы все это теряем. То есть надо следить за своими сновидениями наяву. И из них, накопив материал за 2-3 месяца, за полгода, вы сможете провести анализ, потому что эти образы, вопросы и состояния будут группироваться. Они все принадлежат определенным группам. Когда вы эти группы сведете, то есть вся эта мешанина образов сведется в 5-6 крупных групп. Проанализировав их, вы поймете, что в них есть тоже свое общее. И оно сведется в 2-3 группы, а 2-3 вполне можно свести в одну. И вот это одно и будет то, чем вам надо заниматься. Если же вы хотите конкретики такой очень предметной, уже обучающей, то у меня есть очень много, часть моей деятельности преподавательской посвящена как раз вот поиску предназначения. Это вообще моя основная специализация в человеке. То есть я вывожу человека на его самого, себя.
как бы новую личность сделаю или проявляю стар. Такие семинары, как «Картина мира», «Сказкотерапия», там, «Семантическое пространство» и многие, «Священная рана», они как раз, это разные способы, разные объяснительные схемы, которые очень предметно, буквально по алгоритму подскажут вам, чем вам нужно заниматься. Вы можете на них прийти, можете купить видеозапись, написав как бы в комментариях запрос, я вас сконтактирую с администратором, и там будет просто, как это, 3 часа вам рассказываться буквальный план и показываться, как это сделать, как выйти на свое предназначение. У очень многих людей получилось. Алексей Мухин. Вопрос о христианских источниках. Алексей, на ваш взгляд, почему Христос не написал, не надиктовал, в общем, не организовал собственную книгу и не заморочился изготовлением достоверных копий для будущих поколений? Судя по всему, он был грамотным, так как знал текст Торы и проповедовал в синагогах, что допустимо для ученых Рави, и было бы нереально для неграмотного простолюдина в Израиле тех времен. Но в Израиле не было неграмотных простолюдин, все были грамотные тогда, и, по крайней мере, мужчины. У иудеев с этим, как известно, строго. Более того, они Христа вообще не признали и не признают. Они признают его существование и очень им недовольны. Для них Христос – реальная историческая фигура, которой у них длинный счет. Вот кто не сомневается в существовании Христа, так это иудеи. Хотя все невероятные чудеса, в том числе воскресенье, якобы творилось у них на глазах. Евреи очень внимательные и мудрые ребята. Как-то смешно выглядит, чтобы они так легкомысленно действовали. Исходя из текста Евангелия, Бог понимает, что человеку поверить невозможно без удостоверения и доказательств. И сам Христос об этом прямо сказал, для чего и творил чудеса. Более того, Он передал ученикам все знания о земном и небесном от начала сотворения мира и обо всем, что будет. Ну а для будущих поколений, как мы должны доверять тексту Библии? Ведь на кону все-таки жизнь вечная или вечные муки. Как можно объяснить халатность в отношении судьбы любимого творения? Ну, во-первых, мой любимый вопрос. А был ли Христос христианин? Как вы думаете, был ли Будда буддист? Нет. Был родоначальником учения, если смотреть в этой проекции, в проекции учения. И текстово их не оформляли, потому что, ну, я думаю, они знали, что они делают такое учение, которое так или иначе будет донесено. Во-вторых, христианство – это же учение про общение с Богом, Христос есть сам Бог и есть двери, как утверждают христиане. То есть Христос знал, что просто обращение мыслью к Христу – это вызов его на прямую связь. И это значит, что ты можешь спросить его про Божию, про его волю, или волю Отца, или Святого Духа, и поступать соответственно, принимая на себя все последствия трактовки. Для того, чтобы обучить правилам этой трактовки и рассказать саму историю спасения, записали священное писание. Кроме того, существует священное предание, которое, по крайней мере, у католиков и православных, протестантов немножко другое, у них есть священное писание, только как они утверждают, хотя с преданием там тоже все в порядке. И они, которые рассказывают об истории Христа, ту ее часть, которая непосредственно влияет на спасение. Так утверждают авторы и те, кто трактует Библию. То есть вопрос задается так. Если бы у нас была камера, которая сняла бы вот с момента рождения Христа до его вознесения, смерти и вознесения, полностью весь его путь, было бы это более ценным, чем Библия? Ответ обычно нет у традиционных теологов, потому что даже в самом Новом Завете существуют такие места, где написано «Эти и многие другие чудеса совершил Христос, но мы сообщили вам только те, которые необходимы для спасения». Там содержится минимальная необходимая информация, достаточная для спасения человека. Притчи и так далее. Считается, что Библия написана, Новый Завет, вся Библия и Ветхий Завет записан на 100% Богом, на 100% человеком. От Бога там богоспасительная сила, как бы благодать, а от человека там все ошибки и недостатки, которых там море, анахронизмы и так далее, явные несостыковки, которых там полно, и эти несостыковки и анахронизмы открыли не какие-нибудь злые атеисты, а самые, что у него есть преданные монахи, верующие, которые увидели эти несостыковки и основали науку, которая называется библейская критика, которая прямо разбирает под руководством ученых батюшек, по крайней мере, как я учился в Институте Святого Фомы Аквинского в Киеве, разбирает многочисленные недостатки Библии как литературного человеческого произведения. И несмотря на все эти недостатки, она сохраняет богоспасительную силу, благодать. Так вот, как гласит Библия, точно так же, как Христос. 100% Бог, 100% человек. Не человек вместо Бога, не человек, замещающий Бога, не человек с инвальтацией от Бога, а именно 100% Бог, 100% человека. От человека у него все недостатки, в том числе, например, слезы, желание пронести чашу мимо него, молитва о чаше, или, например, незнание, что его лучший друг Лазарь умер,
которого он потом... А от Бога у него способность воскрешать Лазаря, про которого он не знал, что он умер, хотя, по идее, он должен быть всевидящим. История сложная, путанная и обладает очень серьезным признаком достоверности для меня. Знаете, какой это признак? Это признак того, что никто не пытался эту историю сгладить. И Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет содержат такое количество противоречий и разных описаний. Но, например, история воскрешения Христа содержит очень разные описания. История сотворения мира прямо на первых двух страницах содержит очень разные, две разные истории сотворения мира. И то, что никто не собирался этого, как это, если бы были правы эти мрачные атеисты, вынесущие, рассказывающие, что христианство и религии придумали, чтобы держать несчастные массы в покорности, ну, наверное, бы образованные классы правящие постарались бы как-то избежать явных противоречий, стройную картинку, стройное учение создать. Но там никто не заморачивается на самом деле. Там все пишут вот как есть. Четыре разных свидетельства, значит, описывают их по-разному, которые явно друг другу противоречат. Там просто не те участники, не тех событий, не в той последовательности. И никто не мучается, все верят. Потому что Библия, она, не говоря же о том, что ее можно читать разными способами, четыре слоя, прямо, метафорически, анагогически, да, и так далее. Но суть не в этом. Считается же, как-то мысль человека, направленная на Бога, это всегда благо для человека. Библия помогает оформлять и направлять эту мысль в соответствии с тем, что происходило. Или почти тем, что происходило, учитывая погрешности при описании. А очень важно, что Бог не просто где-то там на небе, Он вмешался в историю, вмешался в нашу. То есть из своего вечности в наш пространственно-временной континуум присутствовал, в том числе в высшей его точке в виде Христа. И прямо общался с нами. И мы с ним взаимодействовали. И это взаимодействие что-нибудь дозначит, как значит всякая мысль человека, всякое его действие, уж тем более мысли и действия Бога. И эту историю неплохо было бы знать, потому что мир дан нам, и наша судьба человеческая даны через историю. Мы проживаем личную историю. Наша семья проживает личную историю. Мои друзья проживают личную историю. Мои враги проживают личную историю. Мы вместе живем личную историю. И эта история, она... По сути, единственное, что у нас есть. Мы понимаем мир через историю. Поэтому всегда будет театр, всегда будет кино. Мы с удовольствием смотрим выдумку, над выдумкой слезами обливаемся, потому что нам дано через историю. Мы мир понимаем через историю. А Ветхий Завет и Новый Завет — это очень большая история. Ее неплохо было бы знать людям образованным. Просто бы знать, чем страдают их коллеги по человечеству. Тем более, что мы выросли, вы можете быть трижды атеистом, но выросли там в христианской культуре, и она определяет практически все. Все наши схемы мышления, методология мышления, все наши понимания абстрактных понятий, картины мира полностью сформулированы той культурой религиозной, в основе которой мы выросли. В данном случае православное христианство, если мы с вами из России, Украины или Беларуси, или Грузии. Вот. Поэтому тут... Как бы только всерьез, когда начинаешь разбираться с понятиями, например, справедливость, ты понимаешь, что у тебя только христианские коннотации, а других ты и не знаешь. И понимаешь, что я, будучи трижды атеистом, эта справедливость чисто по-христиански. Так, друзья, полтора часа, мне надо ехать. Спасибо вам большое за внимание. Не на все вопросы, к сожалению, я сумел ответить, но обычно мы их накапливаем, и я потом читаю вопросы, даже те, которые были заданы на занятиях, ну, на предыдущем этюде философском. Не этюде, а трансляции. И либо вы их можете перезадать. Спасибо вам большое за внимание. Он сейчас прямо будет на Ютубе, будет на Фейсбуке. Если вы не были не сначала, вы можете эту трансляцию можете перемотать и ответить. Кроме того, чуть позже будут тайм-коды, и вы сможете нажать прямо на нужный тайм-код. Если вы хотите всерьез озабочены этими темами, приходите ко мне учиться. Там мы занимаемся такими вещами, только куда более основательно. Не в виде ответов на вопросы, а методологически, в живом режиме. Присутствуют люди из очень разных стран. В каждой группе 5-7 стран представлены одновременно. И там нет политики, там есть только общечеловеческое. Мы всерьез занимаемся собой, своим подсознанием, своим предназначением, получая очень конкретные разнообразные методики по установлению связи с самим собой, контакта с самим собой и применение его во внешней жизни для понимания других людей, для целенаправленного действия. Например, у нас стратегия начинается во вторник. Это о том, как правильно планировать свою жизнь в любой сфере, от бизнеса до личной. Например, стратегия самообразования, стратегия понимания себя. Я там буду давать очень конкретные серьезные техники. Обратное планирование, крест стратегии, кольцо вопросов, золотой ключик, там, метод бульдога и так далее.
такие красивые названия. Ссылка есть в описании к трансляции. Нажмите, можете записаться, если хотите. Кроме того, есть разные семинары, там, где мы берем, например, частный вопрос внутренней честности, либо дисциплинарного общества, либо там безжалостности, как способ управления вниманием, вот 17 июля будет, и тоже разбираемся. С ними очень основательно, я предельно рисую конкретно схемы, разбирая это на вас и, как это, с помощью ваших примеров, на вашем материале. И обучаю людей своим превеликим удовольствием, что является основным видом моей деятельности. И спасибо за внимание, я был рад общаться с вами. Приходите еще, это будет регулярным наши такие беседы. И будем продолжать образовываться и общаться. Спасибо. До встречи, удачного нам футбола и победы нашей сборной.